В общем, народ, кто чем может, помогите. Купил я себе вот такие вот приблуды. HDMI, переходничок. Wi-Fi AnyCAT для подключения телефона вот к этому монитору. Подключил. Вот он подключается. Телефон он проигрывает. У меня, правда, телефончик Samsung старенький. Почему-то этот не получилось установить программу. Но у товарища мы телефон подключали и смотрели видео на YouTube. Все хорошо, воспроизводило. Музычка играла. Видео показывала. Но беда такая. На скорости в 25 км в час все это дело обрубается. Компьютер автомобиля ругается. Говорит, что нечего смотреть вам видео в дороге. Вопрос всем, как эту систему обойти? Особенно вопрос хотелось бы задать всем, кто связан с Peugeot-центром. То есть, ребята, возможно ли эту систему подъехать и у вас ее как-то снять, это ограничение? А то уж очень сильно хочется получать удовольствие от владения данным 607-м Peugeot. Ну и это был бы такой небольшой бонус. Видео... Проигрыватель все-таки тоже штука классная. Смотрелось бы как на современном автомобильчике. Всем спасибо, кто уделил время. Надеюсь, ребят, вы мне чем-нибудь да поможете.